На реконструкцию художественного музея края выделили более 400 миллионов рублей. На этот раз учреждения культуры обещают достроить через 2 года, то есть к 2020-му. Тогда исполнится ровно 10 лет с начала ремонта. Напомним, реконструкцию музея в центре Барнаула начали еще в 2012 году. С тех пор на объекте по разным причинам сменилось несколько подрядчиков. Среди них и 2 весьма крупных застройщика – «Стройгаз» и «Селф». Сроки окончания реконструкции здания переносили 5 раз. В общей сложности за все время на строительство художественного выделили более 1 миллиард рублей. И вот очередной транш – 432 миллиона рублей. По новому тендеру необходимо проложить новые инженерные сети, установить современную противопожарную сигнализацию, а также оборудовать на территории музея сцену и сделать пандусы для малоподвижных граждан. Все работы культурного долгостроя на этот раз сдвинуты до декабря 2020 года.